welcome. Добро пожаловать. We brought this tent for you. Мы привезли эту палатку для вас. For your region. Для вашего района. Because we wanted you to know. Потому что мы хотим, чтобы вы знали. That God loves you. Что Бог любит вас. And He sent all of these people. И Он послал всех этих людей. He sent this big tent. Он послал эту большую палатку. He sent all of these singers. Он послал всех этих музыкантов. He sent this couple from many miles. Он послал эту пару, которые проделали множество He километров. He brought me across a great big ocean. Он привез меня через великий большой океан, to tell you, чтобы рассказать вам, that he loves you, что Он любит вас, that God sent his son Jesus, что Бог послал своего сына Иисуса, to die for you, умереть за вас. And he wants me to tell you tonight, и Он хочет, чтобы я сказала вам that сегодня, whatever your problem, какой бы ни была ваша проблема, whatever your situation, какой бы ни была ваша ситуация, that God has got an answer for you. У Бога есть ответ для вас. Аллилуйя! Аллилуйя! Now, as you know, many of you, how many of you have heard me speak before? Кто из вас уже слышал, как я учу? That's you just wait. Oh, okay. Хорошо. How many for the first time? А кто сегодня услышит меня в первый раз? Where have you been? А где же вы были все это время? Now we're glad you're here. Нет, мы рады, что вы здесь. It's Friday night. Сегодня пятница вечер. It's the beginning of the weekend. Это начало выходных. We get ready to rest. Мы готовимся отдыхать. We charge our batteries. Подзарядить наши батарейки. Да? Да? О, хорошо. Хорошо. So what am I going to speak to you about tonight? О чем я буду говорить с вами сегодня? Tonight I want to talk to you about why miracles happen. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, почему происходят чудеса. Are you interested? Вам интересно? Oh, good. For the visitors? Для гостей. We're glad you're here. Мы рады, что вы здесь. I want to talk to you tonight about four pictures. Я хочу поговорить сегодня с вами о четырех картинах. A picture of Jesus. Картинах Иисуса. A picture of the Father. Картине Отца. A picture of the devil. О картине дьяволе. And a picture of you. И о картине вас. I may not be able to tell you how miracles happen. Может быть, я не смогу сказать вам, как происходят чудеса. But I can tell you why miracles happen. Но я скажу вам, почему происходят чудеса. Miracles happen. Чудеса происходят. When we get the right understanding. Когда мы получаем правильное понимание. Of God in heaven. Бога на небе. Of Jesus on the cross. Иисуса на кресте. Of Satan defeated. Поражение сатаны. And as us coming back from the dead. И нас, когда мы воскрешаем из мертвых. Because we come to know Jesus Christ. Потому что мы узнаем Иисуса Христа. So tonight. Сегодня. I want to talk to you about four pictures. Я хочу поговорить с вами о четырех картинах. Four ideas. Четырех идеях. That can change your life forever. Которые могут изменить вашу жизнь навсегда. These are four concepts. Это четыре понятия. That can cause you to live a miracle life. Которые могут побудить вас жизнью чудес. Do you need healing? Вам нужно исцеление? Do you need peace? Вам нужен мир? Do you need more financial resources? Вам нужно больше финансовых ресурсов? Do you need to know that your family is protected by God? Вам нужно знать, что ваша семья защищена Богом. Tonight. Сегодня. Tonight. Сегодня. You can know. Вы можете узнать. That you have a miracle life. Что у вас есть жизнь чудес. Tonight. Сегодня. These four concepts I share with you. Эти четыре понятия, которыми я делюсь с вами. I have seen them work all over the world. Я видела, как они работают по всему миру. They work in Africa. Они работают в Африке. They work in Paris. Они работают в Париже. They work in Bangkok. Они работают в Бангкоке. They work in Peking. Они работают в Пекине. They work in Manila. Они работают на Маниле. They work in Argentina. Они работают в Аргентине. They work in America. Они работают в Америке. They work in Lithuania. Они работают в Литве. And Ukraine. И на Украине. I'm here to tell you tonight. Украина, я здесь, чтобы сказать вам They сегодня. They work in the Ukraine as well. Они также работают на Украине. Hallelujah. Аллилуйя.
Yeah, now listen. Да, послушайте. As I begin tonight, когда я начну сегодня, I want to tell you something. Я хочу вам что-то сказать. Very important. Очень важно. No sickness. Никакая болезнь. Can resist the power or the presence of God. Не может устоять перед присутствием или силой Божьей. No devil. Никакой дьявол. Can resist the presence of God. Не может противостоять присутствию Божьему. Tonight here in this place. Сегодня здесь, в этом месте. I am here. Я сегодня здесь. That means God is here. Это значит, Бог здесь. Because he has authorized me to tell you. Потому что он дал мне власть сказать вам. That I am sent by him. Что я послана им. To announce to you. Провозгласить вам. Good news. Благую весть. The spirit of the Lord is upon me. Дух Господень на мне. And the spirit of the Lord is here. И Дух Господень здесь, to break the power of every sickness and чтобы disease. Разбить силу всякой немощи и всякой болезни. The power of God is here, сила Божья здесь, to open the blind eyes. Чтобы открывать глаза слепых. The power of God is here, сила Божья здесь, to cause those who are lame to walk. Чтобы побуждать тех, у кого больные ноги, ходить. Hey, I was in Kyrgyzstan. Эй, я была в Кыргызстане. And there were 10,000 people in the tent. И там в палатке было 10 тысяч человек. And at the end of the meeting, и в конце собрания we saw the strangest thing. Мы увидели самую странную вещь. There were no aisles, there was no space. People were everywhere. Там не было проходов, не было рядов. Люди были повсюду. There were people behind the tent, there were people beside the tent, behind the platform, around the platform. Люди были за палаткой, люди были вокруг палатки, люди были за сценой, люди были вокруг сцены. But all of a sudden, но вдруг, they lifted up a young man, одного мальчика подняли вверх, and they began to pass him across the top of the crowd, which was standing, и начали передавать его по рукам, по толпе, которые люди, которые стояли, and they put him on the platform, и его поставили на сцену. We stood there, мы там стояли, we looked at him, посмотрели на него, and we thought, и подумали, what is this? А это что такое? He was standing there like this. Он стоял вот так, and all of a sudden, и вдруг the crowd began to part, толпа начала расступаться, and a man came up. И вперед прошел человек. He was crying. Он плакал. He couldn't control himself. Он не мог контролировать себя. He walked up on the platform. Он вышел на сцену. Kevin and I are wondering. И мы с Кевином смотрим. Hey, what happened? Эй, что происходит? What's going on? Что здесь происходит? All of a sudden, и вдруг the boy began to walk. Этот мальчик начинает ходить. He started to walk like this. Начал он идти вот так вначале. And as he walked, и когда он шел, he got stronger. Он становился все сильнее, он укреплялся. He was 11 years old. И ему было 11 лет. We asked the father what happened. Мы спросили у папы, что произошло. He said. И со слезами на глазах папа сказал. He said, we came tonight on a bus. Мы приехали сегодня сюда на автобусе. I carried my boy in my arms. Я на руках нес моего сына. He's 11 years old. Ему 11 лет. His legs have always been like noodles. И его ноги всегда были бессильными, как макаронины. Да, как спагетти. Как спагетти. His legs were like this. Ноги у него всегда были такими. And he said, и он сказал, tonight, сегодня, as we were listening, когда мы слушали, I looked on my boy, я посмотрел на моего сына, and all of a sudden, и вдруг, while we were listening, пока мы слушали, something happened to my boy. Что-то произошло с моим мальчиком. All of a sudden, his legs became strong. Вдруг его ноги стали сильными. He pushed away. И он оттолкнул меня. Он хотел встать внизу. And he began to walk. И он начал ходить. And he looked at the people. И этот папа посмотрел на людей. He said, you know me. И сказал, вы знаете меня. All of you people. Все вы люди. A whole bus full of people had come together. Потому что целый автобус людей приехал на собрание. And all of the people on that bus, и все люди в этом автобусе, they knew, они знали, that that child, что этот ребенок had never walked a day in his life. Ни дня в своей жизни не
не ходил. Are you listening to me tonight? Вы слушаете меня сегодня? I have come to tell you good news. Я приехала, чтобы сказать вам благую весть. I don't have any bad news. У меня нет плохих новостей. I only have good news for you tonight. У меня для вас только хорошие новости. And if your legs are lame, и если ваши ноги больные, God has sent me to tell you. Бог послал меня сказать вам, that tonight is your night. Что сегодня ваш вечер. That strength can come into your legs again. Сила снова может прийти в ваши ноги. And you can walk like that young boy. И вы можете ходить как этот мальчик. Аллилуйя! Аллилуйя! But listen to me. Послушайте меня. Listen. Послушайте. I didn't lay hands on that boy. Я не возлагала рук на этого мальчика. God touched him. Бог прикоснулся к нему. I am here tonight. Я здесь сегодня. Because I am here tonight. Я здесь сегодня. Because потом, I am here. И поскольку я здесь сегодня. God is here tonight. Бог здесь сегодня. Because he said. Потому что он сказал. He sends me. Он посылает меня. Because he said. Потому что он сказал. He has anointed me. Он помазал меня. Because he said. Потому что он сказал. When there are two believers gathered together. Когда двое верующих собираются вместе. He is here in our midst. Он посреди нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Listen. Послушайте. Tonight. Сегодня God will work miracles among us. Бог будет творить чудеса посреди нас. Jesus is walking among you now. Иисус уже сейчас ходит посреди нас. I was in Costa Rica. Я была на Коста-Рике. I was doing a women's conference. И я проводила там женскую конференцию. There were 5,000 women gathered together. 5,000 женщин собрались вместе. I couldn't talk to the women. Я не могла говорить с женщинами. There were too many. Их было так много. But as I was leaving the meeting, но когда я уходила с собрания, the leaders grabbed me. Лидеры ухватились за меня. And they said, Leslie, и сказали, Лесли, you've got to hear this story. Тебе нужно услышать эту историю. I said, what story? Я говорю, какую историю? They said, you've got to hear this. Они говорят, Лесли, тебе нужно услышать это. And they told me this story. И они рассказали мне следующую историю. There was a woman in the midst of that crowd of 5,000 people. Среди этой группы людей, 5,000, находилась женщина. She was kind of towards the back. И она сидела где-то сзади. As she was sitting there, и пока она там сидела, as she was listening, и слушала, she had come to the meeting very upset. Она пришла на собрание очень расстроенная, because she was carrying a baby in her womb. Потому что она была беременная, она носила ребенка у себя в утробе. But someone had raped her, но кто-то изнасиловал ее, and he was a famous person. И он был известным человеком. And when he found out she was pregnant, и когда он узнал, что она забеременела, he kicked her womb, он ударил ее в живот, and he killed the baby. И убил ребенка. She had gone to the hospital, она пошла в больницу, and the doctors told her, и врачи ей сказали, if you don't let us take this baby, если ты не позволишь нам вытащить этого ребенка, you might lose your life. Ты, может, лишишься жизни. She said, no, а она сказала, нет, I don't want to do that. Я не хочу этого делать. So she was at that women's meeting. И она была на этих женских собраниях. She was sitting in the back of the meeting. Она сидела сзади. As she was listening, и когда она слушала, something happened. Что-то произошло. Jesus Иисус пришел к ней. You see, I tell the people all the time. Видите, я рассказываю людям постоянно. Right now. Прямо сейчас. Jesus is walking among you. Иисус ходит посреди вас. Do not wait for a prayer. Не ждите молитвы. Do not wait for someone else to pray for you. Не ждите, пока кто-то другой помолится за вас. The God of all heaven and earth. Но Бог всего неба и земли. He is here right now. Он здесь прямо сейчас. And if you will call on him, и если вы призовете его, he will come to you. Он придет к вам. And he will heal you now. И он исцелит вас сейчас. Hallelujah. Аллилуйя. That woman was sitting out there. И эта женщина сидела там. And as she was listening to me, и когда она слушала меня, all of a sudden, вдруг,
Jesus came to her. Иисус пришел к ней. I had already told the people. Я уже сказала людям. Lift up your hands. Поднимите свои руки. Call on the name of Jesus. Призовите имя Иисуса. He's there with you now. Он здесь с вами сейчас. When she lifted her hands, и когда она подняла свои he руки, appeared to her. Он явился ей. He reached out his hand. Он протянул свою руку. He touched her womb. Прикоснулся к ее утробе. And when he did, и когда он это сделал, something happened. Что-то в ней произошло. The baby came, jumped in her womb. Ребенок подпрыгнул у нее в животе. And he began to move. И начал двигаться. So she ran to tell the leaders. И она побежала, чтобы рассказать лидерам. I was sitting out there. Я сидела там. And while she was speaking, и когда она говорила, Jesus came to me. Иисус пришел ко мне. He healed my baby. Он исцелил моего ребенка. He brought my child back to life. Он вернул жизнь моему ребенку. Аллилуйя! Аллилуйя! Are you listening to me tonight? Вы слушаете меня сегодня? Don't look at me. Не смотрите на меня. Listen to the words I say. Слушайте слова, которые They я are говорю. Words of hope. Это слова надежды. They are words of faith. Это слова веры. They are words of love. Это слова любви. Why would I come to the Ukraine? Почему я приехала на Украину? To just shout at you? Чтобы покричать на вас? No. Нет. I've come to the Ukraine. Я приехала на Украину. Because God has sent me. Потому что Бог послал меня. To tell you. Сказать вам. How much He loves you. Насколько сильно Он любит вас. Hallelujah. Аллилуйя. This morning. Сегодня утром. I opened up my devotional. Я открыла свои девоции, свое духовное чтение на день. When I read it, и когда я прочитала listen, это, послушайте, it said, там было сказано, you hear me in the birds when they sing. Ты слышишь меня в птицах, когда они поют. You see me in the creation around you. Ты видишь меня в творении, окружающем тебя. But also, но также, when you look on the faces of the people, когда ты смотришь в лица людей, and when even you see tragedy, и даже когда ты видишь трагедию in the eyes of the people, в глазах людей, know this, знай следующее, that you see me at work. Что ты видишь меня, ты видишь, как я работаю. And I will take their lives. И я возьму их жизни. And that which was tragedy, и то, что было трагедией, I will turn around. Я разверну. I will rebuild it. И я построю это заново. I will help them. Я помогу им. I will heal them. Я исцелю and их. I will set them free. И я освобожу их. Аллилуйя! Аллилуйя! That book was written 50 years ago. Эта книга была написана 50 лет назад. And on this day, и сегодня, today, сегодня, I read about you. Я прочитала о вас. God knew, Бог знал, that I would be in the Ukraine. Что я буду на Украине. And he also knew, и он также знал, that he is the answer, что он является ответом, for every problem, для каждой проблемы, for every situation, для любой ситуации. Hallelujah. So what are we going to do tonight? Что же мы будем делать сегодня? Is that me that keeps setting that off? Это я, да? Это я, наверное, там машину завожу. Just leave it off, okay? Just leave it off. Просто оставьте ее выключенной. Ключ, да. Turn off the alarm. Выключите сигнализацию. Hallelujah. Hallelujah. So what are we going to do tonight? Что мы будем делать сегодня? Oh, you're probably already tired and ready to go home. Вы, наверное, уже устали и готовы идти домой. Tonight. Сегодня. You will listen to words. Вы будете слушать слова. You will hear words. Вы услышите слова. Like that lady in Costa Rica. Так как эта женщина в Коста-Рике. And your lives will be changed. И ваши жизни изменятся. Hallelujah. Аллилуйя. But how will you listen? Но как вы будете слушать? You're going to listen with a yes in your heart. Вы будете слушать с отношением «да» в вашем сердце. Say this with me. Скажите вместе со мной. Tonight. Сегодня. I am listening. Я слушаю. With a yes in my heart. С отношением «да» в моем сердце.
I say, yes, God. Я говорю, да, Бог. You're my savior. Ты мой спаситель. Yes, God. Да, Бог. You're my healer. Ты мой целитель. Yes, God. Да, Бог. You are my protection. Ты моя защита. Yes, God. Да, Бог. You are my savior. Ты мой спаситель. Аллилуйя. Аллилуйя. Да. So four pictures. Итак, четыре картины. And don't wait till the end to get healed. И не ждите, пока мы закончим, чтобы вам исцелиться. Don't wait till the end to не be ждите saved. До конца, пока вы спасетесь. The scripture says, Библия говорит, anyone, каждый, who calls on the name of the Lord, кто призовет имя Господне, shall be saved. Спасется. Say this with me. Скажите вместе со мной. Anyone, каждый, who calls, кто призовет, on the name of the Lord, имя Господне, shall be saved, спасется, shall be healed, исцелится, shall be delivered, будет избавлен. Anyone, любой человек, that includes me, и это включает меня, right now, прямо сейчас. Hallelujah. Аллилуйя. Don't wait on a prayer. Не ждите молитвы. Respond to Jesus. Ответьте Иисусу. Hallelujah. Аллилуйя. So four pictures. Четыре картины. Why miracles happen? Почему происходят чудеса? Miracles happen. Чудеса происходят. When we get a clear picture. Когда мы получаем ясную картину. Of redemption. Искупления. When we get a clear picture. Когда мы получаем ясную картину. Of who Jesus is. Того, кто есть Иисус. Miracles happen. Чудеса происходят. When we get a clear picture of the Father. Когда мы получаем ясную картину Отца. Miracles happen. Чудеса происходят. When we get a clear picture of the devil. Когда мы получаем ясную картину дьявола. And miracles happen. И чудеса происходят. When you get a clear picture of yourself. Когда вы получаете ясную картину себя. Hallelujah. Аллилуйя. What's the clear picture of the devil Redemption? Какая ясная картина искупления? I need a napkin. Can I have a napkin? Салфетку можно? Салфетка или Kleenex? Или Kleenex можно? Можно. Спасибо. I'm getting my exercise up here. Я здесь получаю свои упражнения. Who said women don't sweat? Кто сказал, что женщины не потеют? I sweat. Я потею. I played basketball many years. Много лет я играла в баскетбол. I know how to sweat. Я знаю, как потеть. Praise the Lord. Слава Господу. So let's get a clear picture of redemption. Ясная картина искупления. A clear picture of Jesus. Ясная картина Иисуса. Healing comes. Исцеление приходит. Salvation comes. Спасение приходит. When we understand. Когда мы понимаем. What Jesus has done for us. Что Иисус сделал для нас. First. Первое. Are you listening? Вы слушаете? Get a picture. Получите картину. Of the unchanging facts. Неизменных фактов. What are the unchanging facts? Что это за неизменные факты? Do you know what you believe if you're already a Christian? Вы знаете, во что вы верите, если вы уже христианин? Do you know what the historic religion of your country believes? Вы знаете, во что верит историческая религия вашей страны? Do you know? Вы знаете? The facts of your faith. Факты вашей веры. The unchanging facts of Jesus Christ. Неизменные факты Иисуса Христа. First. Первое. Jesus was born of a virgin. Иисус родился от девы. That's a fact. Это факт. Second. Второе. Jesus lived a sinless life in this earth. Иисус жил безгрешной жизнью на этой земле. Third. Третье. Jesus showed us how we can live a miracle lifestyle. Иисус показал нам, как мы можем жить жизнью, стилем жизни чудес. Fourth.
Четвертое. Jesus went to the cross for us. Иисус пошел на крест за нас. He took all of our sins. Он взял все наши грехи. All of our weaknesses. Все наши слабости. He took everything upon himself. Он взял все на себя. So that we would not have to carry it. Чтобы нам не было необходимости нести это. Oh, that's good news. И это благая весть. See Christ beaten for you. Увидьте, как Христос был избиваем за вас. See Christ. Увидьте Христа. Hanging on the cross for you. Висящего на кресте за вас. I was in Ufa. Я была в Уфе. Anybody here been to Ufa? Кто-нибудь из вас здесь был в Уфе? Хорошо. I had been preaching in a meeting there all week. И я проповедовала там на собраниях всю неделю. And on the last day, и в последний день, after everybody was gone, после того, как все уже ушли, a grandmother came up to me. Ко мне подошла одна бабушка. She came right up here in front of me. Подошла и встала прямо передо мной. And she looked at me. Она посмотрела на меня. Like only a grandmother can do. Так, как только бабушка может посмотреть. She looked at me. Она посмотрела на меня. She said, и сказала, pray for me. Помолись за меня. She said, I've been coming here all week. Она сказала, я приходила сюда каждый день, всю неделю. And I still have pain in my legs. И все еще у меня болят ноги. Pray for me. Помолись за меня. I said, бабушка. Я сказала, бабушка. What will happen when I pray for you? А что произойдет, когда я помолюсь за вас? I don't know. Не знаю. Whatever God wants. Чего Бог хочет. I said, бабушка. И я сказала, бабушка. Look at me. Посмотрите на меня. She looked at me. Она посмотрела на меня. I said, watch. И я говорю, наблюдайте. I walked all the way to the back of the platform. И я ушла к краю сцены. It was a big platform. Сцена была там большая. I said, бабушка. И я говорю, бабушка. Бабушка, do you see this cross? Вы видите этот крест? She said, ага. Она сказала, ага. I said, бабушка. Я говорю, бабушка. When did Jesus die for you? Когда Иисус умер за вас? I don't know. Не знаю. Бабушка. Бабушка. 2000 years ago. 2000 лет назад. Christ went to that cross. Христос пошел на этот крест. And on that cross. И на этом кресте. He took your sins. Он взял ваши грехи. He took your sicknesses. Он взял ваши болезни. He took your diseases. Он взял ваши немощи. On that cross. Все на этом кресте. 2000 years ago. 2000 лет назад. Бабушка. Бабушка. When did Jesus take your pain? Когда Иисус забрал вашу боль? Two thousand years ago? 2000 лет назад? I said, бабушка. Я сказала, бабушка. When were you healed? Когда вы были исцелены? She looked at me. Она посмотрела на She меня said, и говорит. When Jesus went to the cross. Когда Иисус пошел на крест. 2000 years ago. 2000 лет назад. She threw up her hands. Она подняла вверх руки. She started to dance. И начала танцевать. I started to pray for her. Я начала молиться за нее. She said, don't do that. Она говорит, не делай этого. I'm healed. Я исцелена, я исцелена, я исцелена. I was healed 2000 years ago. Я была исцелена 2000 лет назад. Аллилуйя! Аллилуйя! When were you healed? Когда вы были исцелены? Who healed you? Кто исцелил вас? Hallelujah. Hallelujah. Wow. Wow. That's good news. И это благая весть. Facts of our faith. Факты нашей веры. The empty tomb. Пустая гробница. All other spiritual leaders. Все духовные лидеры. None of them. Ни один из них. Told their followers. Не сказал своим последователям. That they would come back from the dead. Что они вернутся из мертвых. And whatever they did, whatever he did. И все то, что он делал. They could do. Они могли делать. No other spiritual leader. Никакой другой духовный лидер не верил. That Jesus, that
That they would come back from the dead. Что они воскреснут из мертвых. Only Jesus. Только Иисус. Hallelujah. Аллилуйя. Listen to me. Послушайте меня. We don't have a dead God. У нас не мертвый Бог. Our God is risen from the dead. Наш Бог воскрес из мертвых. Hallelujah. Аллилуйя. Say this with me. Скажите вместе со мной. My God. Мой Бог. Jesus. Иисус. Is risen from the dead. Воскрес из мертвых. And I have risen from the dead. И я воскресла из мертвых. He is alive. Он жив. And I am alive. И я жива. Hallelujah. Аллилуйя. How do miracles happen? Как происходят чудеса? You get the right picture. Вы получаете правильную картину. Of Christ. Христа. Get the picture of the unchanging Christ. Получите картину неизменного Христа. The scripture says this. Библия говорит. I am the Alpha and the Omega. Я есть Альфа и Омега. I am the beginning. Я начало. And I am the end. И конец. I am the one who was. Я тот, кто был. I am the one who is. Я тот, кто есть. And I am the one who is to come. И я тот, кто грядет. The scripture says. Библия говорит. That Jesus Christ. Что Иисус Христос. He is the same yesterday. Один и тот же вчера. Today. Сегодня. And forever. И вовеки. If he healed 2,000 years ago. Если он исцелял 2000 лет назад. He is healing today. Он исцеляет сегодня. Right now. Прямо сейчас. Right here. Прямо здесь. In this place. В этом месте. Hallelujah. Hallelujah. Павел говорит нам. Now is. Сейчас. The day of salvation. День спасения. Right now. Прямо сейчас. Is the day of your salvation. День вашего спасения. Hallelujah. Hallelujah. The unchanging Christ. Неизменный Христос. The scripture says. Библия говорит. That great multitudes followed him. Что великое множество следовало за ним. And he healed them all. И он исцелил их всех. Listen to me. Послушайте меня. Tonight. Сегодня. In this place. В этом месте. Everyone. Каждый. All at one time. Одновременно. In one prayer. За одну молитву. In one moment. В один момент. At all the same time. Одновременно все. We can call on the name of the Lord. Мы можем обратиться к Господу по имени. And we can be saved. И мы можем быть спасены. Hallelujah. Аллилуйя. I've got to move on. I have so many scriptures. У меня так много мест Писания. Нужно двигаться Picture дальше. Picture number two. Картина номер два. We get a picture of the Father. Мы получаем картину Отца. Wow. Who is the Father? Вау. А кто Отец? Who is our Father? Кто наш Отец? Is our Father a mystery? Наш Отец, он тайна? Huh? А? How do miracles come? Как приходят чудеса? They come when we get a right picture. Они приходят, когда мы получаем правильную картину. A right picture of Christ. Правильную картину Христа. A right picture of the Father. Правильную картину Отца. A right picture of the devil. Правильную картину дьявола. And a right picture of ourselves. И правильную картину нас самих. So tonight. Сегодня we can get a clear understanding of the Father. Мы можем получить ясное понимание Отца. The scripture says this in Isaiah. Писание говорит в Исаии. It pleased God. Богу было угодно. To bruise Jesus. Побить Иисуса. It pleased God. Богу было угодно. That he was our sacrifice. Что он стал жертвой. And when God saw Jesus's sacrifice. И когда Бог увидел жертву Иисуса, He accepted it. Он принял ее. For you. За вас. For me. За меня. God looked at Jesus. Посмотрел на Иисуса. And it pleased Him. И ему было угодно. To give His Son. Отдать своего сына. In your place. За вас, вместо вас. To die for you. Умереть за вас. To die for your sins. Умереть за ваши грехи. To die for your sicknesses. Умереть за ваши болезни. God in heaven. Бог на небе. Looked at Jesus. Посмотрел на Иисуса. And when he
Jesus gave up his breath. И когда Иисус испустил своё дыхание, God was satisfied. Бог был удовлетворён. That the price had been paid. Что цена была заплачена. That there'd be no more sacrifice for sin. Что больше не будет жертвы за грех. No more sacrifice for sickness and disease. Никаких больше жертв за грех. He looked at that cross. Он посмотрел на этот крест. Hallelujah. Аллилуйя. But the Bible also says. Но также Библия говорит. That God was in Christ. Что Бог был во Христе. Are you hearing me? Вы слышите меня? It wasn't a mean God from Это heaven. Это не был злой Бог с небес. Beating Jesus. Который избивал Иисуса. No. Нет. The scripture says. Библия говорит. For God so loved the world. Бог так возлюбил мир. That he gave his only son. Что отдал своего единственного сына. For this world. За этот мир. And whoever believes on him. И всякий, кто поверит в него. Would have eternal life. Будет иметь жизнь вечную. God so loved you. Бог так возлюбил вас. That he sent his son. Что послал своего To take your place, занять ваше место, to pay your price, заплатить вашу цену. Hallelujah! Hallelujah! But listen, послушайте, послушайте. The scripture, the medicine tells us. Медицина говорит нам. That the blood of the father, что кровь отца, it flows in the veins of the child. Течет в венах ребенка. Are you hearing me? Вы слышите меня? So here's Christ on the cross. Вот Христос на кресте. This is Christ on the cross. Вот Христос на кресте. And here's the Father. И вот Отец. For God was in Christ. Ибо Бог был во Христе. Reconciling the world to himself. Примиряя мир с собой. The blood of the Father. И кровь Отца. Was flowing in the veins of the child. Протекала по венам ребенка. And when Jesus shed his blood, и когда Иисус проливал свою кровь, he shed holy blood. Он пролил святую кровь. God was giving his life. Бог отдал свою жизнь. Through his son Jesus Christ. Через своего сына Иисуса Христа. God was in Christ. Бог был во Христе. Calling the world to himself. Призывая мир к себе. Calling those who did not know him. Призывая тех, кто не знал его. To come home to him once again. Прийти к нему домой снова. Hallelujah. Аллилуйя. Are you listening to me? Вы слушаете меня? It wasn't an angry God. Это не был злой Бог. No, it's a God who loves you. Нет, это был Бог, который любит вас. Hallelujah. Аллилуйя. Get a right picture of the Father. Получите правильную картину Отца. I know the story from Africa. Я знаю историю из Африки. There was a woman there. Там была женщина. She lived under a bridge. Она жила под мостом. She lived in a cardboard house. Она жила в домике из картонок. She had tuberculosis. У нее был туберкулез. Nobody loved her. Никто ее не любил. She was dirty. Она была грязная. She was poor. Она была бедная. She had tuberculosis. У нее был туберкулез. She was contagious. Она была заразной. But the big meeting was coming to town. Но в город приехало большое собрание. And there were healings that were happening. И там происходили исцеления. So some ladies from the church. И какая-то женщина из церкви. You know, the evangelist had said. Знаете, евангелист сказал. Go bring all of the sick people to the meeting. Идите и приведите всяких больных на это собрание. God is going to heal them. И Бог их исцелит. Jesus will touch them. Иисус прикоснется к ним. These two women got real brave. И эти две женщины осмелели. Are you listening? Вы слушаете? Да. Да. Listening. Слушаете? So these two women и эти got две real женщины brave. Осмелели. They went down to the woman under the bridge. Они подошли к этой женщине под мостом. They kind of knocked on the cardboard. Постучали в картонную дверь. And she came to the door. Она подошла к двери. She opened the door. Открыла дверь. She was surprised. И она была удивлена. She was nervous. Она разъервничалась. She said, "What are you doing here?" Она говорит, а что вы тут делаете? Nobody comes to see me. Никто не приходит ко мне. They said, "Well, we came to take you to a meeting." Они говорят, и мы пришли, чтобы отвезти тебя на собрание. Because Jesus is healing people. Потому что Иисус исцеляет людей. They said, "Why would you come for me?" Она спросила, почему вы пришли ко мне?
You know who I am? Вы знаете, кто я? Nobody in this city likes me. Никому в этом городе я не нравлюсь. Nobody visits me. Никто не приходит ко мне в гости. But finally the ladies convinced her to come. Но в конце концов эти женщины убедили ее And пойти. She came to the meeting. Она пришла на собрание. Oh, there were tens of thousands of people there. О, там были десятки тысяч людей. She was standing there. Она стояла там. On the edge of the crowd. На краю толпы. And all of a sudden. И вдруг. She felt the love of God. Она почувствовала любовь Божью. И она стояла там. Из-за туберкулеза она не могла дышать. Но когда она стояла там, она увидела картину Иисуса. И услышала слова: Бог любит тебя. И вдруг она начала дышать глубоко. Она начала глубоко дышать. And all of her fear left. И все ее страхи ушли. All of the burden left for life. Бремя жизненное ушло. And she stood there. Когда она стояла там, And she realized она осознала, she was free. Что она свободна. Oh, well, the ladies saw her. О, женщины увидели ее. She was breathing freely. Свободно дышала. So they grabbed her, они схватили ее. And they said, "Come on, и говорят, пойдем. We gotta go testify. Пойдем, нам нужно пойти и рассказать об этом. Нам говорили, что нам нужно свидетельствовать. So they brought her up on the platform, они вытащили ее на сцену. And they looked at her, посмотрели на нее. They told the preacher, рассказали проповеднику. God healed her. Бог исцелил ее. God healed her. Бог исцелил ее. So they said, "Tell the people." И они сказали ей, расскажи людям. What happened to you? Что с тобой произошло? She took the microphone. Она взяла микрофон. She looked at the crowd. Посмотрела на людей. She said, и сказала: "You know me. Вы знаете меня. I'm the lady that lives under the bridge. Я женщина, которая живет под мостом. You know me. Вы знаете меня. Nobody comes to see me. Никто не приходит ко мне в гости. Nobody likes me. Никому я не нравлюсь. Everybody's afraid of me. Все меня боятся. I live alone there in my house. Я живу там одна в моем доме. And the lady said. И женщины сказали. Tell the people what happened. Расскажи людям, что произошло. Tell them how God healed you. Расскажи людям, как Бог исцелил тебя. The lady took the microphone. Женщина взяла микрофон. She looked at the crowd. Посмотрела на людей. She said, people. И говорит, люди. You know me. Вы знаете меня. I'm that woman. Я та женщина. I don't know about healing. Я не знаю об исцелении. I don't know what happened. Я не знаю, что произошло. All I know. Все, что я знаю. Is that tonight? Что то, что сегодня. God came to me. Бог пришел ко мне. He brought his love. И он принес свою любовь. He welcomed me home. Он поприветствовал меня у себя дома. He took away all of my fear. Он забрал весь мой страх. And I know tonight. И я знаю сегодня. I will never be alone again. Я никогда уже не буду одинока. When I go home tonight. Когда я пойду сегодня домой. I won't go home alone. Я не пойду домой одна. God will come with me. Бог пойдет со мной. Hallelujah. Hallelujah. Are you listening to me? Вы слушаете меня? Many people in our meetings. Много людей на наших собраниях. They don't even know when they get healed. Даже не знают, когда они исцеляются. Why? Почему? The doctors say. Врачи говорят. That 98% of sickness and disease. Что 98% немощей и болезней. Comes not because of genetics. Приходят не из-за генов. But 98%. Но 98%. I used to preach 85%. Я раньше проповедовала и говорила 85%. But I just found new statistics. Но я нашла новую статистику. And they say 98%. И говорят 97%. На 98%. Of all sickness and disease. Всех немощей и болезней. Begins because of stress. Начинаются из-за стрессов. Or begins right here in the mind. Или здесь в разуме. Are you listening? Вы слушаете меня? When we come, когда мы приходим, we come preaching. Мы приходим проповедуя. The Prince of Peace.
Принц мира. When we come, когда мы приходим, we come preaching, мы приходим проповедуя the God of love, о том, что Бог любви. And when people call on God, и когда люди призывают Бога, and when Jesus comes into their heart, и когда Иисус входит в их сердце, he takes away all stress, Он забирает весь стресс. He takes away all fear, Он забирает все страхи. And many times, и часто the people don't even know when they got healed. Люди даже не знают, в какой момент они исцелились. Аллилуйя! Аллилуйя! Tonight, сегодня, in this place, в этом месте, when you call on the name of the Lord, когда вы призовете имя Господа, right now, прямо сейчас, he's there, Он здесь. He removes your fear. Он забирает ваш страх. He removes your stress. Он забирает ваш стресс. He brings his love. Он несет свою любовь. He brings his peace. Он приносит свой мир. And tonight, и сегодня, like that lady in Africa, так же, как эта женщина в Африке, you can leave this place tonight, вы можете уйти из этого места сегодня, knowing, зная, that the God of peace, что Бог мира and the God of love, и Бог любви is dwelling and living in you, обитает и живет в вас. Аллилуйя! Скажите вместе со мной, the God of love, Бог любви. He's here. Он здесь. Tonight. Сегодня. The God of peace. Бог мира. He's here. Он здесь. Tonight. Сегодня. With me. Со мной. I call on him. Я призываю его. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Right now. Прямо сейчас. I receive your love. Я принимаю твою любовь. I receive your peace. Я принимаю твой мир. Hallelujah. Аллилуйя. Yeah. The scripture said. Писание говорит. God first loved you. Бог вначале возлюбил вас. Here is love. Вот любовь, that God, что Бог first loved вначале you. Возлюбил вас. You tell me you love God. Вы говорите мне, что вы любите Бога. Nice. Замечательно. That's wonderful. Это прекрасно. But that doesn't impress me. Но это меня не впечатляет. Do you know what impresses me? Знаете, что меня впечатляет? What impresses me? Me. Что впечатляет меня? That's dust. Это пыль. Это пыль. He jumped and the dust came up. Mm-hmm. Yeah. There is water. It's dust. Это пыль. Спасибо вам. What impresses me? Что впечатляет меня? Is how much God loves you. То, насколько сильно Бог любит вас. That's what impresses me. Вот что впечатляет меня. You tell me you love God. Вы говорите мне, вы любите Бога. Big deal. Подумаешь. But what impresses me, но то, что впечатляет меня, спасибо, is when I understand, я понимаю, how much God, насколько сильно, loves you. Бог любит вас. Are you hearing me? Вы слышите меня? Say thank you, Father. Скажите вместе со мной, спасибо, Отец. For loving me. За то, что любишь меня. I didn't do anything. Я ничего не сделал. To receive that love. Чтобы принять эту любовь. You gave it to me freely. Ты дал это мне бесплатно. I receive it tonight. И я принимаю это сегодня. Спасибо. Спасибо. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Picture number three. Картина номер три. Can you handle picture number three? Можете картину три воспринять еще? Да. Nobody's left. That's great. Никто не ушел. You're a great crowd. Это здорово. Вы хорошие люди. Picture number three. Картина номер три. Get a clear understanding. Получите ясное понимание. Of the devil. Дьявола. Are you listening? Вы слушаете?
I could spend a lot of time on this one. Я могу много времени провести в этом. I'll start with this one. Начну с этого. Jesus said. Иисус сказал. In Luke chapter 10. В Луки 10 главе. I saw Satan fall. Я увидел дьявола падающего. Like lightning from heaven. Как гром, как и молния с небес. I have a question for you tonight. У меня к вам вопрос сегодня. Have you seen Satan fall? А вы увидели, как сатана падал? The scripture says, Библия говорит, that the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Что вор приходит украсть, убить и погубить. But Jesus said, но Иисус говорит, I have come, я пришел, that you might have life, чтобы вы могли иметь жизнь, and you might have it more abundant. И жизнь с избытком. Hallelujah! Have you seen Satan fall? Вы видели, как сатана упал? The scripture says, Библия говорит, that Jesus went about doing good, Иисус шел и творил добро, and healing all who were oppressed of the devil. Исцеляя всех угнетенных дьяволом. Hey, эй, notice, заметьте, that the scripture says, что Писание говорит, he went about healing, он шел исцеляя all who were oppressed of the devil. Всех, кто был угнетенных дьяволом. The words that I speak tonight, слова, которые я говорю сегодня, the scripture says, Библия говорит, in Luke chapter 5, в Луки 5 главе, that when Jesus spoke, что когда Иисус говорил, the Spirit of the Lord was present, Дух Господень присутствовал, what to heal. Исцелять. Do you hear me? Вы слышите меня? Jesus went about doing good. Иисус шел и творил добро. And healing. Исцелял. Исцеляя. Healing. Исцеляя. All who were oppressed of the devil. Всех, кто был угнетен дьяволом. Now listen to me. Послушайте меня. Tonight. Сегодня. As you hear these words. Когда вы слышите эти слова. You are being healed. Вы исцеляетесь. I am bringing good news. Я приношу вам благую and весть. These words, и эти слова. They heal you. Исцеляют вас. From every oppression. От каждого угнетения. Of the devil. Дьявола. Under the sound of my voice. На расстоянии моего голоса. Он должен покинуть это место. Потому что я здесь. И Бог здесь. И я знаю Его имя. И имя Иисуса. Имя превыше всякого другого имени. Аллилуйя! I'm not afraid of the devil. Я не боюсь дьявола. He's afraid of me. Он боится меня. Because I know who I am. Потому что я знаю, кто я. And every devil in hell, и всякий бес в аду, must bow before the name of Jesus. Должен преклониться перед именем Иисуса. Hallelujah. Аллилуйя. This is a believers meeting. Это собрание верующих. There are Christians in this place. В этом месте есть христиане. And there are new Christians coming in this place. И новые христиане приходят в это место. Listen to me. Послушайте the меня. The devil didn't pay for this meeting. Дьявол не заплатил за это собрание. And the devil doesn't get the glory for this meeting. И дьявол не получит славу за это Jesus собрание. Jesus receives all the glory. Иисус принимает всю because славу. Because he defeated the devil. Потому что он поразил дьявола. Because he made an open show of him. И он открыто надсмеялся над ним. He paraded him as defeated. Он парадом провел его как пораженного. Аллилуйя! I shared this the other day. Я рассказывала уже об этом на They brought to me a young man somewhere. Ко мне привели где-то молодого человека. Olga reminded me of this story. Ольга напомнила мне об этой истории. I shared it the other day. И я на днях рассказывала Where об этом. Where's that tall young man right there? Где у нас высокий молодой человек? Иди сюда. He was my example. Он был моим примером. Not quite as tall as me, but конечно, tall. Не настолько высокий, как я, но все равно высокий. Да? Да? They brought to me a young man. Ко мне привели молодого человека. And they said, и говорят, Sister Leslie, сестра Лесли, pray for him. Помолись за него. I said, yeah. Я говорю, pray да? For him for what? О чем помолиться? He looked up at me. Он так посмотрел на меня he said, и говорит, pray for me. Помолись за меня. I see the devil. Я вижу дьявола everywhere. Повсюду. He's in me. Он во мне. He's on me. Он на мне. He bothers me. Он меня беспокоит. He's everywhere. Он повсюду. I said, а я говорю, молодой парень. Да, молодой человек. Look at me. Посмотри на меня.
And I was strong. И я была, говорила сильно. My team knows I can be strong. Моя команда знает, я могу говорить сильно. Maybe I look nice. Может быть, я выгляжу так мило. Oh, and I have a sweet, soft voice. И у меня такой мягкий, приятный голос. But you don't want to mess with me. Но вы не хотите со мной связываться. Because of God. Потому что Бог. I know who He is. Я знаю, кто Он. I know who I am. Я знаю, кто я. Hallelujah. Hallelujah. So I looked at this young man. И я посмотрела на этого молодого человека. Pray for me. Помолись за меня. I see the devil. Я вижу дьявола. I said, look at me. И я говорю, посмотри на меня. I put my finger in his chest. И я указала пальцем ему на грудь. I said, look at me in the eyes. И сказала, смотри мне в глаза. I said, молодой парень. И я сказала ему, молодой парень. I don't see any devils. Я не вижу никаких бесов. Look in your и никакого дьявола. Смотрю в твои глаза. And I only see Jesus. И вижу только Иисуса. I see Jesus. Я вижу Иисуса. What are you looking at? На что ты смотришь? Are you looking at Jesus? Смотришь ли ты на Иисуса? Are you looking at the devil? Или ты смотришь на дьявола? He stood there. Он так встал. Kind of like him. Так же, как он. She gonna push me over? Думает, что толкать меня будешь? His eyes got real big. Его глаза так округлились. And he said, и он говорит, Jesus, Иисус, he's in me. Во мне. I see Jesus. Я вижу Иисуса. I said, молодой парень. Я сказала, молодой парень. Pick up your hands. Возьми свои руки, подними их. What do you see? Что ты видишь? He said, Jesus. Он сказал, Иисуса. I said, what are you gonna look at? Я сказала, на что ты будешь смотреть? На Иисуса. What are you gonna look at? На Иисуса. And he started to walk around. И он начал ходить повсюду. I see Jesus. Я вижу Иисуса. I see Jesus. Я вижу Иисуса. Hallelujah. Hallelujah. Спасибо. You tell me you have a devil. Вы говорите мне, что у вас дьявол? I tell you. А я говорю вам. That Jesus lives in you. Что Иисус живет в вас. And no devil has power over you. И ни у какого дьявола нет никакой силы над вами. What are you looking at? На что вы смотрите? I feel the devil. Я чувствую дьявола. Grow up. Вырастите. That was mean. Это было сурово. Grow up. Вырастите. Who are you? Кто вы? You are a Christian. Вы христиане. Jesus lives in you. Иисус живет в вас. No devil in hell has power over you. Никакой дьявол в аду не имеет власти Say над вами. Say this with me. Скажите вместе со мной. I am a Christian. Я христианка. Christ lives in me. Христос живет во мне. I am free. Я свободна. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Don't tell me about your devils. Не говорите мне о своих дьяволах. When I know how much your God has done for you. Когда я знаю, как много Бог сделал для вас. Tell me about your God. Расскажите мне о вашем Боге. Tell me about your Jesus. Расскажите мне о вашем Иисусе. Tell me about what He's done for you. Расскажите мне о том, что Он сделал для вас. Hallelujah. Hallelujah. He is your Savior. Он ваш спаситель. He is your Healer. Он ваш целитель. He is your Deliverer. Он ваш избавитель. Hallelujah. Hallelujah. Oh, wow. Wow. That's good news. И это благая весть. Hallelujah. Hallelujah. The last picture. Последняя картина. Oh, I can say so much. О, я могу говорить так много. But here's the last picture. Но вот последняя картина. It is Christ in you. Это Христос в вас. If you're here for the first time. Если вы пришли сегодня сюда в первый раз. And you've never heard these things before. И вы никогда не слышали этих вещей раньше. I'm here to tell you tonight. Я здесь, чтобы сказать вам сегодня. That God sent me here. Что Бог послал меня сюда. To tell you. Сказать вам. That Jesus. Что Иисус. Defeated every enemy in your life. Победил всякого врага в вашей
вашей жизни, so that you could know the living God. Чтобы вы могли знать живого Бога. Аллилуйя! So the last picture, и последняя картина. Get a clear picture of yourself. Получите ясную картину себя. The Bible says this. И Библия говорит. Now listen, послушайте. For everyone who has believed on Christ, всякий, кто поверил в Христа, and many of you here tonight, и многие из вас здесь сегодня, you will believe on Christ for the first time. Поверите в Христа в первый раз. But for many of you already, но многие из вас уже, the scripture says, Писание говорит, that when we believe on Christ, когда мы верим в Христа, we have died with Christ. Мы умерли со Христом. And he has set us free. И он освободил нас from the spiritual powers of this world. От духовных властей этого мира. And since you have been set free, и поскольку вы были освобождены, he has brought you back to life again. Он вернул вас к жизни снова. And he has given you new life in Christ. И он дал вам новую жизнь во Христе. Hallelujah! Hallelujah! The book of Matthew says, в книге Матфея сказано, that he took all of your infirmities, что он забрал все ваши немощи, all of your sicknesses, все ваши болезни, all of your diseases, все ваши болезни. You were spiritually dead, вы были духовно мертвы, but when you come to know Christ, но когда вы пришли и узнали you Христа, come back from the dead, вы вернулись из мертвых, and you are filled with the life of God. И вы были наполнены жизнью Божьей. Аллилуйя! Tonight, сегодня you can come back from the dead, вы можете вернуться из мертвых, and you can come to life in Christ. И вы можете вернуться к жизни во Христе. Tonight, сегодня every sickness and disease, всякая немощь и болезнь, can be broken in your life, могут быть разбиты в вашей жизни, and you can find new life. И вы можете найти новую жизнь. The scripture says, Писание говорит, do you not know, разве вы не знаете, that your body, что ваше тело, is the temple of the living God. Храм Бога живого. Say this with me. Скажите вместе со мной. My body, мое тело, it is the temple, храм, for the living God. Бога живого. My body, мое тело, is where Christ dwells. Там, где обитает Христос. Because I have believed on him. Потому что я поверила в него. And anyone who calls on him. И всякий, кто призовет его. Right now. Прямо сейчас. Is saved. Спасен. Hallelujah. Saved from what? Спасен от чего? Saved from your sicknesses. Спасен от своих болезней. Saved from your sin. Спасен от своих грехов. Saved from your habits. Спасен от своих привычек. Saved from your fears. Спасен от своих страхов. Tonight. Сегодня. Tonight. Сегодня. You are saved. Вы спасены. Hallelujah! Now all over this place. По всему этому месту. I want you to stand up right now. Я хочу, чтобы вы сейчас поднялись. Listen to me. Послушайте I меня. I want nobody moving around. Пожалуйста, никто не двигайтесь. I don't want anyone leaving. Никто не уходите. I want you to stay right where you are. Оставайтесь на местах. Look там, at me где right вы стоите. Now. Посмотрите на Look меня. At me right now. Посмотрите на меня. I've come from a very far distance. Я приехала с далекого расстояния. To tell you tonight. Чтобы сказать вам сегодня. That you can know this living God. Что вы можете знать этого живого Бога. If you're here tonight, если вы здесь сегодня, and for the first time in your life, впервые в своей жизни, you would say, вы бы сказали, Лесли, I have not met this living God yet. Я еще не встретился с этим живым Богом. But tonight, но сегодня, I've heard what you said. Я услышал, что ты говорила. And tonight, и сегодня, I want to invite this living God. Я хочу пригласить этого живого Бога, who loves me, который любит меня, to come into my heart. Войти в мое сердце. Like that lady. Так как эта женщина. When I leave here tonight, когда я уйду отсюда сегодня, I will know, я буду знать, that I'll never leave alone again. Что я никогда больше не буду одинока. So right now,
прямо сейчас, wherever you are, где бы вы ни были, I'd like to pray with you. Я хочу молиться с вами. If you would like to ask Jesus Christ, если вы хотите пригласить Иисуса Христа to come into your heart, войти в ваше сердце, if you would like to know the living God, если вы хотите знать живого He Бога, sent me to tell you right now, Он послал меня сказать вам прямо сейчас, He'll forgive your sin, простить ваши грехи. He'll come live in you. Он придет, чтобы жить в вас. Аллилуйя! Аллилуйя! So if you'd like me to pray with you, если вы хотите, чтобы я помолилась с вами, right поднимите now. Руку и помашите мне прямо right сейчас. Помашите мне. Wonderful. Замечательно. Wonderful. Замечательно. I want you to come down here замечательно. Right now. Походите, пожалуйста, вперед сейчас. Right now, so that I can look at you. Чтобы on, я могла quickly, смотреть quickly, вам в глаза. Quickly, пожалуйста. Quickly. I want to pray быстренько, выходите wherever сюда вперед. You are, come down right now. Где бы вы ни были, God bless выходите, you. Пожалуйста. God bless you. Благословит вас Бог. Nobody moving around. Никто не уходит. Except for those who are coming down front. Пожалуйста, выходите вперед. Come down quickly. Быстренько, выходите вперед. Wonderful. Замечательно. Wonderful. Замечательно. Now, how many of you are here for the first time? Кто из вас пришел сюда в первый раз? Come over here. I want to see you. Пожалуйста, вот сюда, проходите, чтобы я видела вас. Welcome. Добро пожаловать. Бог благословит вас. Галика. Маргарита. Хорошо. God bless you. Благословит вас Бог. Come. God bless you. Подходите, пожалуйста, ближе, чтобы мы видели Who вас. Who else is here? Кто еще здесь? Who else wants for the first time tonight? Кто еще пришел сюда сегодня в первый раз? First time. Первый раз. First time. First time. Первый раз. God bless you. Благословит вас Бог. God bless you. Благословит вас Бог. I don't know. I think many of you already know Jesus. Я не знаю. Мне кажется, многие из вас уже знают Иисуса. Да, правда. God bless you. Да. God bless you. Благословит вас Бог. Hallelujah. God bless you. Благословит Welcome. Вас Бог. Добро пожаловать. Welcome. We're glad you're here. Мы рады, что вы здесь. Now everybody here, listen to me. Все присутствующие здесь, послушайте меня. We're gonna pray together. Мы будем молиться вместе. Are you hearing me? Вы слышите меня? We're not done yet. Мы еще не закончили. We want to honor these people who have come Мы forward. Хотим оказать почет, уважение этим людям, которые вышли вперед. Welcome. Добро пожаловать. I'm glad you're here tonight. Я рада, что вы здесь сегодня. Glad you're here tonight. Рада, что God вы здесь сегодня. God bless Благословит you. Вас Бог. All right, everybody in the tent. Все в палатке. Everybody in the tent. Все в палатке. Whether you're out there. Или вы стоите там. Or you're right here. Или прямо здесь. We're gonna pray together Мы right now. Мы будем молиться все вместе Are прямо you ready? Сейчас. Вы готовы? Да, you're готовы? Ready. Готовы. I look at your eyes, я смотрю вам в глаза, and I would say that most of you, и я бы сказала, что большинство вас already know Jesus. Уже знаете Иисуса. How many of you know Jesus Кто из already? Вас уже знает Иисуса? Many of you. Многие из вас. Хорошо. Хорошо. So we're gonna pray. Are you ready? Мы будем молиться сейчас. Вы готовы? We're gonna all pray together. Are you listening to me? Вы слушаете меня там стоящие? Мы все будем молиться сейчас Because вместе. Because we're not done. Мы еще не закончили. Now who came for healing tonight? А кто пришел сегодня сюда за исцелением? Raise your hand. Поднимите руки. Wherever you are. Там, где вы стоите. There's so many that are here tonight. Listen. Послушайте меня. Right now. Послушайте меня сейчас. Where you are. Там, где вы стоите. We're gonna pray for healing. Мы будем молиться за исцеление. We're gonna pray for salvation. Мы будем молиться за спасение. And we're gonna pray for healing. И мы будем молиться за исцеление. In God's eyes. В Божьих глазах. Listen. Послушайте. There is no difference. Нет разницы. When did God die? When did Jesus die for your salvation? Когда Иисус умер за ваше спасение? 2000 years ago. When did Jesus die for your healing? Когда Иисус умер за ваше исцеление? 2000 years ago. Did he die a second time? Он что, второй раз умер? No, just once. One time. Один только раз. One time. Один только раз. One sacrifice. Одна жертва. He died for your Он умер sins за ваши грехи. And for your И За ваши болезни. If he died for you 2000 years Если он умер за вас 2000 лет назад, for your salvation, за ваше спасение, when were you saved? Когда вы были спасены?
If he died 2,000 years ago, если он умер 2000 лет назад, for your healing, за ваше исцеление, when were you healed? Когда вы были исцелены? 2000 лет назад. So if you were healed 2,000 years ago, и если вы были исцелены 2000 лет назад, and if you were saved 2,000 years ago, и спасены 2000 лет назад, then what do you need to do? Тогда что вам нужно сделать? Just accept принять what he's done for you. То, что он сделал за вас. So everybody in the tent, поэтому каждый в палатке, everybody in front of me, каждый стоящий передо and мной, everybody out there, и каждый стоящий right там, now, lift up one hand прямо to heaven, сейчас поднимите руку к небу and say this, и скажите следующее. Say, Jesus, Иисус, 2,000 years ago, 2000 лет назад, You died for me. Ты умер за меня. You took my sin. Ты взял мои грехи. You took my sicknesses and diseases. Ты взял мои немощи и болезни. Thank you. Спасибо тебе. Tonight. Сегодня. I receive my forgiveness. Я принимаю мое прощение. Tonight. Сегодня. I receive my healing. Я принимаю мое исцеление. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. I am saved. Я спасена. I am healed. Я исцелена. Tonight. Сегодня. Is my night. Мой вечер. Tonight. Сегодня. I am healed. Я исцелена. Healed from my sins. Исцелена от моих грехов. Healed from my sicknesses. Исцелена от моих болезней. Tonight. Сегодня. All pain must go. Вся боль должна уйти. All tumors must go. Все опухоли должны уйти. Every disease must go. Все болезни должны уйти. Jesus. Иисус. You are my savior. Ты мой спаситель. And you are here tonight. И ты здесь сегодня. Thank you. Спасибо тебе. Thank you. Спасибо тебе. Now, right now. А сейчас. All over the tent. По всей палатке. Take your hands. Возьмите свои руки. Put them on your body somewhere. Положите их куда-нибудь на тело. Close your eyes. Закройте свои глаза. And say this. И скажите вместе со мной. Jesus. Иисус. Right now. Прямо сейчас. As my are touching my body. Когда ты касаешься моего тела. No, as my hands. Когда мои руки касаются моего тела. You are touching my body. Ты прикасаешься к моему телу. Right now. Прямо сейчас. Jesus. Иисус. You are walking among us. Ты ходишь посреди нас. Right now. Прямо сейчас. You're touching us. Ты прикасаешься к нам. You're healing us. Ты исцеляешь нас. You're saving me. Ты You're saving me. Ты спасаешь меня. Right now. Прямо сейчас. I am healed. Я исцелена. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. Thank you for touching me. Спасибо, что касаешься ко мне. Hallelujah. 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 Now say this with me. А сейчас скажите вместе со мной. I want you to look at the ground. Посмотрите на землю. And I want you to say this. И скажите следующее. I am a Christian. Я христианин. I am a believer. Я верующий. Every sickness. Всякая болезнь. Every disease. Всякая немощь. Is subject to the name of Jesus. Послушна имени Иисуса. Tonight. Сегодня. I received Jesus. Я принимаю Иисуса. So tonight. Поэтому сегодня. I am free. Я свободна. I am free. Я свободен. Now lift up your hands. А сейчас поднимите руки. And say, Jesus. И скажите, Иисус. Tonight. Сегодня. I am free. Я свободна. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. I am free. Я свободна. Tonight. Сегодня. Hallelujah! Hallelujah! Wow! Hallelujah!
Аллилуйя! So right now, прямо listen, сейчас, right now, послушайте, right now, прямо сейчас, wherever you are, где бы вы ни были, check your bodies right now. Проверьте свои тела прямо you begin сейчас. To do what you couldn't начните do. Делать, чего не могли делать If раньше. You couldn't walk, если вы не могли ходить, you walk right now ходите in the name прямо of Jesus. Сейчас. Get во up. Имя Иисуса, встаньте. Get up. Get up. Поднимитесь. Get up. Поднимитесь. And walk right now. И пойдите прямо in the name сейчас of Jesus. Во имя Иисуса. If you couldn't bend over, если вы не могли наклоняться, right now. Прямо сейчас. Right now. Прямо сейчас. You bend over right now. Наклоняйтесь прямо сейчас. If you have a cane, если у вас была палочка, pick up your cane right now. Поднимите свою палочку and прямо сейчас. And walk right now. И начните ходить in the name прямо of сейчас. Jesus. Во имя Иисуса. Whatever you couldn't do before, то, чего вы не могли делать раньше, right now. Прямо сейчас. You begin to do it. Начните это делать. Right now. Прямо сейчас. Right now. Прямо сейчас. You begin to do what you could not do before. Начните делать то, чего не могли делать раньше. Hallelujah. Аллилуйя. If you had a deaf ear. Если у вас было глухое ухо. Lean over to your neighbor and have them check you. Наклонитесь к соседу и попросите проверить это ухо. Right now. Прямо сейчас. If you had a tumor in your body. Если у вас была опухоль в теле. Check your body right now. Проверьте свое тело прямо сейчас. If you couldn't see. Если вы не могли видеть, open up a book and read now. Откройте книгу и почитайте right now. Прямо сейчас. Don't look at me. Не смотрите на меня. Look at yourself. Посмотрите на себя. And start checking your bodies right now. И начните проверять свое тело прямо Whatever сейчас. You couldn't do, то, чего вы не могли делать do раньше, it right now. Делайте это сейчас. If you couldn't jump, если вы не могли прыгать, jump right now. Подпрыгните прямо right сейчас. Now, right now, just прямо jump. Сейчас. Попрыгайте. You begin to walk. Начните ходить. Аллилуйя! Аллилуйя! Yeah. Да! God's doing great things right now. Бог делает великое сейчас. Hey, hey, hey. There's no difference between this meeting. Нет разницы между этим собранием and a meeting of 100,000 in Africa. И собранием, где собираются 100 тысяч в Африке. It's the same Jesus. Это тот же самый Иисус. It's the same presence. То же присутствие. The same God. Тот же Бог. The same promise. То же обещание. The same healing power. Та же исцеляющая сила. Hallelujah. Аллилуйя. Check your bodies right now. Проверьте свои тела прямо сейчас. Check your bodies. Проверьте свои тела. Whatever you couldn't do. То, чего вы не могли делать раньше, right now. Делайте прямо сейчас. I was in India. Я была в Индии. And my husband, listen. Послушайте. My husband was preaching. Мой муж проповедовал. So, well, keep checking your bodies. Продолжайте проверять свои тела. Когда я говорю, But I was in India, я была в Индии, and my husband was preaching, и мой муж проповедовал, and my shoulders had been torn, the и ligaments, у меня or whatever they're called. Были, была растяжка плеча, растянуто плечо, I couldn't lift my arms. И я не могла поднимать руку. Are you listening? Вы слушаете меня? I had pain in my arms. У меня была боль в руках. My husband was preaching. Мой муж проповедовал. And he said, и он сказал, Let's cross over to the other side. Давайте перейдем на другую сторону. He wasn't even talking about healing. Он даже не говорил об исцелении. He was preaching. Listen, послушайте. Check your bodies, проверяйте keep свои тела и продолжайте слушать. And he said, Let's cross и он over сказал, to the other давайте side. Перейдем на другую сторону. And all of a sudden, и вдруг I was so excited. Я пришла в такой восторг. And I said, yes. И я сказала, Да. Let's cross over to the other side. Давай перейдем на другую сторону. I jumped up. Я подпрыгнула. And I realized. И я осознала. My arm was up. Моя рука оказалась вверху. And I started going like this. И я начала делать так. In front of 100,000 people. Перед 100,000 людей. My husband's preaching. Мой муж проповедует. And I'm standing on the platform. А я стою на сцене. And I'm doing this. И делаю это. And I couldn't move the other arm. И я не могла двигать второй And рукой. And then I decided. И я решила. Oh! I'm gonna move this arm. Я буду двигать этой рукой. I lifted it up. Я подняла ее. I had a lot of pain. Им было много боли. But I said. Но я сказала. God. Бог. I'm gonna cross over to the other side. Я перейду на другую сторону. And I started to move my arm. Я начала двигать моей рукой. And all of a sudden I realized. И вдруг я осознала. I was free. Что я свободна. I could move my arms. Я могу двигать руками. Hallelujah. Hallelujah. Tonight. Сегодня. Right now. Прямо сейчас. You can cross over to the other вы side. Вы можете перейти на другую сторону. Do something you couldn't do before. Сделайте то, чего вы не могли делать раньше. Hallelujah. Hallelujah. Wow.
On that same night, в тот же самый вечер, I looked at my hands. Я посмотрела на мои руки. I had two tumors on my hands. И у меня было две опухоли на каждой из рук. I think it was because of the injury in my arms. Я думаю, из-за того, что были повреждены связки на руках. So in front of 100,000 people. И перед сотней тысяч людей. I went like this. Я сделала так. And I said, и сказала, thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. I call these gone. Я говорю, это ушло. Tumors disappear. Опухоли исчезли. Nothing happened. Ничего не произошло. But I didn't care. Но мне было все равно. I said, Jesus, я сказала, Иисус, you're my healer. Ты мой целитель. I'm not gonna look. И я не буду смотреть. A few days later, несколько дней спустя, I got up in the morning, я утром встала, I put my hand like that, поставила вот так руку, and the tumors were gone. И опухоли ушли. Аллилуйя! Аллилуйя! Nobody prayed for me. Никто не молился за меня. Nobody. Никто. What happened? Что произошло? Jesus healed me. Иисус исцелил меня. Say this with me. Скажите вместе со мной. Jesus. Иисус. He's my healer. Он мой целитель. Jesus. Иисус. He heals me now. Он исцеляет меня сейчас. Hallelujah. Hallelujah. All right, right now. Сейчас. All over this place. По всему этому месту. I want you to tell me what's happening. Я хочу, чтобы вы сказали мне, что произошло. Right now. Что происходит? Wherever you are. Там, где вы стоите. And you sense a change in your body right now. Если вы чувствуете перемену в своем теле. I want you to raise your hand. Прямо сейчас. There's поднимите a young руку. Man right there. Come up here я and вижу tell молодого us. Человека all там. Over this tent, right иди here. Сюда, you come расскажешь over here нам. And tell us. Wherever выходи you are. Сюда, расскажи. Right now. Где бы вы you ни были. You sense a change in your body. Если вы чувствуете перемену в своем теле. I want you to come up here right now and tell us what's happening. И расскажите нам, что происходит. Hey, hey, I need help up here. Get up. Мне нужна здесь помощь. Get up here. Help me. Помогите мне. Кирилл, you're here. Okay, talk to this man. Talk to this man. Поговори с этим человеком. Хорошо. Help me when the people come. Помогите мне, когда люди выходят. Tell me what happened to you. Расскажи мне, что с тобой произошло. Очень сильно набил ноги. Вот, и боль ушла полностью. Hallelujah. How did your legs hurt? Как ноги болели? Набил, наступать было больно или что? Икры болели. Now listen. Listen. Послушайте, послушайте. Listen. Послушайте. Some of you have come here for the first time. Кто-то из вас пришел сюда в первый раз. Come here. Come here. You come here. Иди ближе, иди сюда. Bring all of your people right now. Все подводите всех своих. Подводите. Come here. Right now. Все подходите сюда прямо come сейчас. Come here right now. Подходите сюда find прямо сейчас. Find one of these people. И найдите, подойдите к кому-то из этих людей. See this man? Вот смотрите, вот человек идет. All these people, they have a gift for you right now. У них для вас, для всех есть turn подарок. And look повернитесь at them. К ним, come here, повернитесь right к ним, прямо сейчас. Хорошо. У них для вас есть подарок. They have a special gift for you right у них now. Для вас есть особый подарок. Now everybody else out in the tent. А все остальные в палатке. Listen to me. Послушайте меня. Listen to me. Послушайте tell меня. Me, tell me again what happened. Еще раз скажи, что произошло. У меня икры очень сильно болели. Ну, я набил ноги. Ну, просто невозможно было. Вот тут нет, 3 или 4 дня не мог нормально ходить, я хромал. Вот. Вот там братья и сестры, с которыми я учусь, вот, могут подтвердить. Да? Вот, да. Ну, а сейчас... Аллилуйя! Аллилуйя! Кто тебя исцелил? Бог! Аллилуйя! Амин! Аминь! The Lord. Слава he's, Богу! He's happy. Он счастлив! He's happy. Он счастлив! This is what happens вот что происходит, when we find Jesus. Когда мы находим Иисуса. We get happy. Мы становимся happy. Счастливы! Hallelujah. Счастливы! Listen, здесь у нас Виталий. Он говорит, что 20 лет у него была как жировик опухоль на спине. И говорит, прямо сейчас, во время собрания, она ушла, прошла. Жена свидетель, она может подтвердить, что у меня была эта... А где твоя жена? Где ваша жена? Сейчас, вот жена! Где жена? Где жена? Как? Записывает где-то людей. No, what's her name? Как ее зовут? Как ее зовут? Марина. Марина. Марина, where are you? Марина, где вы? Марина. Марина. Is this true, Марина? Марина, это правда? Жировик ушел вообще. Да. Был 20 лет. 20 лет он у меня был, и я его не... И сегодня ощутил, что что-то по спине теплое прошло, и после этого я начал себя трогать, у меня действительно нету, чистая спина.
Is this true? Это правда? Порядка так пятикопеечной такой монеты было. Такой хороший, хорошо прощупываемый. А сейчас нет. Повернитесь к людям. Идите сюда, ближе чуть-чуть. Turn around. А ну еще вот так, повернись еще. Show us where that tumor was. Покажи нам, где была эта опухоль. Show the people. Покажите людям, где была опухоль. No tumor. Нету больше, не прощупывается. Аллилуйя! Слава Богу! Иисус исцелил меня. Аллилуйя! 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 Check your bodies. Check your bodies. Проверяйте свои тела. Right now. Прямо сейчас. Wherever you are. Где бы вы ни находились. If you have a tumor on your body. Если у вас есть какая-то опухоль на теле. Jesus is healing your tumor. Иисус исцеляет вашу опухоль. Right now. Прямо сейчас. Check your bodies. Проверяйте свои тела. Hallelujah. Аллилуйя! Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Check your bodies. Слава Господу. Проверяйте свои тела. Jesus is alive. Иисус жив. Hallelujah. Аллилуйя! К нам вышел Анатолий, он говорит, что прямо сейчас чувствует, как Бог исцеляет вот его хронические заболевания. Расскажи, что происходит, Анатолий. Вы знаете, в течение вот этого времени, в течение часа, Бог ко мне пришел, он так меня наполнил, у меня горело все тело, я освобождался, кашлял. И где мои хронические болезни? Я чувствовал, что-то происходит такое, как будто кто-то тянет что-то делает. Вот по сей день он меня так накрыл, по сей час, по сей время, что я под этим впечатлением, под чувством просто, я знаю, что я исцелен. You can go to the doctor. You can go to the doctor. Можешь сходить к врачу провериться. Обязательно схожу, чтобы подтвердить это документ. Hallelujah. So he had a problem with what? His liver? А какие были проблемы у тебя? У меня было ДЖВП, это дисконезия желчных пузырей. Желчный пузырь, у меня желчь бросала. У меня была грыжа шмоля, опухоль, и болезни желудка были. И сейчас вот прямо, знаете, как будто такое что-то происходит, что-то тянется там, как будто там кто-то что-то вот так вот делает. Аллилуйя! Скажите вместе со мной все. Thank you, Jesus! For healing my body! За то, что ты исцеляешь мое тело. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты исцелил мое тело. Благодарю тебя, слава. Аллилуйя! Check your bodies. Проверяйте свои right тела now, прямо сейчас. Wherever you are, где бы вы ни были. Check your bodies. Проверяйте свои If you тела. Had a tumor, если у вас была опухоль. Check your bodies. Проверяйте свои тела. Hallelujah. Аллилуйя. What happened here? Что здесь Расскажи, произошло? Расскажи, что произошло. Добрый вечер всем. Дело в том, что я когда приехала на библейскую школу, у меня, вплоть до вчерашнего дня, очень сильно болел желудок. И... Я не могла нормально дышать, и это мне мешало прославлять Бога. Но вчера, посетив служение «Палатка чудес», Бог ко мне прикоснулся и полностью меня исцелил. Слава Богу! Аллилуйя! So now you can breathe. Теперь ты можешь дышать свободно? Конечно! Давай, покажи! Show something to the people. Покажи, как это? Могу, покажи, могу. Что-нибудь людям. Аллилуйя! Tell the people. Расскажи людям. Jesus loves you. Что Иисус любит их. Да, я хочу сказать, что Иисус любит всех. Кричи. И каждого. Вот так. Смотри, вот так. Look at the people. Смотри на людей. Look at the people. На людей. Смотри на людей. And say this. И скажи. Just say в микрофон. These words. Скажи эти слова. Jesus. Иисус. Иисус. Loves you. Любит вас. Любит вас. Jesus. Иисус. Иисус. Is your healer. Ваш целитель. Ваш целитель. I am here Alleluia. To tell you. Я здесь, чтобы сказать вам. Я здесь, чтобы сказать вам, как Иисус любит вас. Аллилуйя. Спасибо. Praise the Lord. Check your bodies. Проверяйте свои тела. Jesus is healing people Иисус исцеляет right now. Людей прямо сейчас. If you couldn't walk, если вы не могли ходить, hey, why wait any longer? Зачем ждать? What's happening with you, Кирилл? Что у вас произошло? Расскажите нам, пожалуйста. Я расскажу с удовольствием. Правду и только правду. Иисус любит всех людей. И если вы захотите быть Иисусом, вы будете. Станьте в Его сторону, Он придет к вам. А скажите, что для вас прямо сейчас сделал Иисус? Ой, я аж плакать хочу. У меня там подруги сидят. В общем, у меня было... Все, сейчас настроюсь okay. немножко. It's okay. Иисус пришел и был всю жизнь со мной. Но у меня было два перелома. 30 декабря я упала. Вот был лучевой кости, локтевой со смещением, выбитое плечо, порвана связка,
выбита ключица и позвоночник шейный. Ну, шейный позвонок вставили, всю руку никак. И вот я хожу на работу, все работает. И сегодня я пришла, я сильно верила, что Иисус меня исцелит. Я не поднимала руку, я сюда пришла, у меня рука вот так поднималась, вот. Больше не поднималась. Да. Никогда. И вот 7 месяцев я думала, я уже инвалид. Врачи, хожу по всем врачам. Они, все будет через год, там через два, все у вас наладится. Я молила Бога, просила, начала там чуть-чуть понимать. А вот сейчас на этом исцелении я почувствовала боль в позвоночнике сильную. В руке сильная боль какая-то пошла. Началась какая-то отрыжка, потом зевать. Зевала, потом все начало в желудке. У меня язва желудка. Начал болеть желудок очень, и вот это пошла отрыжка. И вот после этого, как исцелил сегодня меня Иисус, это наш Бог. Верьте, люди, верьте, и будьте с Богом. Вот смотрите, я стояла здесь, я не поднимала руку, я сейчас поднимаю руку. Вот, я работаю рукой, любите Бога, будьте с Иисусом, верьте Иисусу. Леси, спасибо, спасибо, что вы Бог. С Богом. Tomorrow, да, Иисус, you're gonna come up славим in this place. Тебя, славим Его. Tomorrow, Господа. Аллилуйя. Аллилуйя. Move your arms. Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? Ольга. Ольга. Аллилуйя. Well, we see. Я думаю, что сегодня не только рука у меня, и желудок исцелился, я верю, потому что пошла отрыжка. Мне так хорошо стало, что просто спасибо. Аллилуйя! Аллилуйя! Praise the Lord! Слава Богу! Аллилуйя! God bless you. Hallelujah. Hallelujah. God is good. Бог благ. God is good. Бог благ. Well, praise the Lord. Слава Господу. I remember you were healed. Я помню, вы исцелились. Да. Да? You couldn't. That's okay. You couldn't lift your head before. Не могли да? голову наклонять, да? А сейчас? Ну, поднимайся. А, Лесли, как тебя зовут? Хорошо. Лесли. Ага. Здесь Владимир. Подождите, пожалуйста. Он мне сказал какие-то странные названия, которых я раньше никогда не слышал. Это у него были проблемы с ногами. Он народе называют это сухая гангрена. Ну, в общем, сужение сосудов. Я еле передвигался. Не то, чтобы подпрыгивать, я еле передвигался. У меня здесь как будто висело по 25 килограмм на каждой ноге. Вот. Не то, чтобы подпрыгнуть, я еле переставлял ноги. А сейчас он сам поднялся на сцену. 50 метров пройду, и все, я... Мне ноги отказывают. У Льва Яшина точно такая болезнь была, ему ноги отрезали. Вот точно из-за такой болезни. Это никотиновая болезнь. Аллилуйя! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Аллилуйя! Брат, давайте! Давайте, let's run this way. You ready? Пробежимся, давайте, пробежимся ready? По сцене. Run. Ready? Wow! Hallelujah! Слава Иисуса! Аллилуйя! Listen! Послушайте! If you couldn't walk, если вы не могли ходить, tonight's your night. Сегодня ваш вечер. Get up! Поднимитесь! And walk! И пройдите! What are you waiting for? Чего вы ждете? Jesus is here! Иисус здесь! Аллилуйя! Если Бог продолжает творить чудеса, здесь Елизавета, и Бог исцелил ее, а исцеляет, продолжает от псориаза. What happened? Psoriasis. Okay. Я хочу сказать, что я сегодня третий раз, и у меня очень сильно все тело покрыто псориазом. И я сейчас стояла, у меня начало меньше. Я уже вижу, что они бледнеют. Бог проявляет себя, и я благодарю Господа. Он исцеляет тебя. Спасибо, Иисус, я люблю тебя. Спасибо, Боже. Иисус Христос, верьте Ему. Верьте Иисусу. Он есть, Он нас любит. За славу Ему. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Богу. Oh, what's happened here? Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Яна. У меня сейчас прошло горло. Во вторник, когда была здесь молитва, я получила исцеление, у меня была аллергия очень сильная на всякие, ну,
туалетную воду, на крема, на косметику, на все, что очень пахнет, на лекарства, медикаменты. И я добавлялась в отечности горла. У меня все время было отекшее горло. И ну, это всячески отражалось, я в транспорте не могла ездить. У меня там болела голова, но для меня это была реальная проблема. Лекарства, но постоянно сидеть, они гормональные, как бы я это не делала. Верила, что Бог меня исцелит. И вот во вторник... Ну, была молитва сильная, братья там кому-то подарили туалетную воду, они нюхали ее. И я просто почувствовала, что у меня нету этой реакции, что у меня в горле нету этой отечности, и голос у меня поменялся. Вот утром в среду я проснулась, у меня болело горло. Все эти дни ходила, исповедовала, что я исцелена в ранах Иисуса. И вот сейчас у меня прошло горло, и я понимаю реально, что это исцеление. Меня Бог исцелил, освободил от аллергии. Аллилуйя! Слава Иисусу! Praise the Lord! Жив Господь! Слава Богу! Жив Господь! What happened to you? Что с вами произошло? Давай, давай. Помогите. I see a happy face. Как вас зовут? Видите, я Светлана. Вижу счастливые лица. Итак, Светлана, что с вами произошло? Я тоже уже третий раз на этом служении. У меня был диабет. И когда позавчера, когда молилась о Лесли, я пришла домой, и померила сахар, у меня сахар нормальный. И до сих пор? До сих пор так? Да, и сегодня мерила. И сегодня я мерила нормальный сахар у меня, да. Аллилуйя! А вы сладкое ели? Нет, нет. Знаете, однажды у нас в палатке человек исцелился от диабета и говорит, я пришел домой и решил проверить. И стал есть варенье, да. Я понял, да, но... Говорит, я понял, что мне нужно поесть сладкого, потому что до этого я по привычке сделал укол и чувствую, что у меня какие-то проблемы. Говорит, я стал есть сладко. Я съела две конфеты, и потом мерила, и была удивлена, у меня сахар нормальный. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Иисусу! Слава Господу! Да! Слава Иисусу! Слава Господу! Вау! Вау! How many more out there have been healed? Кто еще здесь исцелился? О, еще? Что Господь вчера исцелил мои раны. Несмотря на то, видно твои раны или нет, но есть раны, которые даже физически не видно, они раны сердца. И эти раны может исцелить только Иисус. Эти раны убрать может только Иисус. Это раны, которые никто не видит, никто не слышит, никто не понимает, но только Иисус может убрать эти раны. Вчера я из школы библейской, и вчера Иисус действительно прикоснулся ко мне. Действительно коснулся и убрал все раны, всю боль, все, что у меня кровоточило. И это сделал только Бог, я знаю. Никто не мог излечить мои раны, раны сердца моего никто не может излечить, только Иисус. И я благодарю Его за то, что Он излечил мои раны. Я благодарю Его за то, что Он прикоснулся к моей жизни. Я благодарю Его за то, что Он тот, который никогда не проходит мимо. Он тот, который никогда не оставит. Он тот, который касается каждого. Я хочу сказать, что Бог сегодня, Он может излечить каждого. Раны ваших сердец может исцелить только Бог. Никакой человек не может прикоснуться. Никакой человек не может убрать раны вашего сердца. Только Иисус. Аллилуйя! Я благодарю Бога. Аллилуйя! Вау! She sounds like a preacher. Она звучит как проповедница. Да! Слава Богу! Говорит как проповедница. Да, аллилуйя, слава Богу. God bless you. God bless you. Благословить тебя Бог. Добрый вечер, как вас зовут? Меня Валя зовут. У меня было уплотнение в груди, и сейчас я чувствую, что оно полностью ушло, и я полностью исцелена. Аллилуйя! Это я не понимала. Друзья, вообще. Уплотнение в груди было, и я чувствую, что сейчас все в порядке. Ага, слава Богу. Слава Богу. Спасибо. Аллилуйя. Вау. Now listen. Послушайте. I don't want anybody leaving. Не уходите никто. Pay attention right here. Подождите. Подождите. Okay. My part of the meeting has come to an end. Моя часть собрания закончилась. There may be other things that need to happen here. Но есть другие вещи, которые должны, может быть, нужно которым произойти. I don't know. Если есть кто-то, кто благодарен Богу сегодня.
Давайте поднимем руки. Давайте его благодарить. Получил ты чудо сегодня или вчера, или год назад, или 10 лет назад, или как я 16 лет назад. Давай будем благодарить его. Давай будем благодарить его. Благодарность открывает небеса и открывает сердце Бога. Если хочешь, чтобы чудеса никогда не заканчивались в твоей жизни и семье, благодари его. Благодари его. Благодари его. Благодари его. Благодари его. Скажи ему спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус.